Привет всем. Каталитический конвертер, нейтрализатор, устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов. Его работу контролирует лямбда-зонд, датчик остаточного кислорода. Катализатор – это составная часть выхлопной системы. Если он забит, то не выполняет свою функцию по нейтрализации выпускаемых машиной вредных веществ. Уже не для кого секрет, что в составе фильтра катализатора драгоценные металлы и есть специальные пункты, которые принимают уже отработавшие катализаторы и потом промышленным методом выделяют эти металлы. Из-за старости или неправильной работы двигателя катализатор выходит из строя и не может выполнить свои обязанности. Фильтр катализатора рассыпается или забивается. Внутренние составляющие катализатора, хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки иногда приводит к оплавлению керамической основы. Признаки забитого катализатора выхлопных газов. Первое. Загорание контрольной лампочки на приборной доске. Проверить двигатель. Второе. Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км в час автомобиль начинает тупить. Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км в час. Затем при 120 км в час, после при 90 км в час. Третье. Двигатель заводится и сразу глохнет. Четвертое. Машина стала медленно разгоняться. Пятое. При нажатии на педаль газа чувствуется сопротивление. Шестое. Расход топлива сильно увеличивается. Седьмое. При запуске двигателя на холодную чувствуется неприятный резкий запах. Восьмое. Увеличивается расход масла. Что происходит, когда мы пытаемся заткнуть глушитель? Правильно, двигатель начинает колбасить, а потом вообще заглохнет. То же самое происходит, когда у нас катализатор забитый. Отработанным газом, если вообще негде вырваться, тогда и двигатель сперва при запуске будет колбасить, троить, а потом вообще заглохнет. Причиной забитого катализатора и причинами некорректной работы каталитического нейтрализатора становятся разные факторы. Основным из них являются следующие. Топливо низкого качества, большой расход масла. Неправильная настройка системы зажигания. Механические повреждения. Некорректная работа выхлопной системы. Из-за этих факторов фильтр быстро забивается. Как выглядит забитый, вышедший из строя катализатор? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. На фото показан забитый катализатор. Часто причиной поломки становится неполадка в системе зажигания. Теряется мощность, в корпусе слышен шум, как от мелкого щебня. Двигатель работает нестабильно. Некоторые умельцы умудряются почистить ее, если фильтр не разрушена и не сильно загрязнена. Сначала снимают. Смачивают ее, например, средством чистки карбулятора. Через 20 минут промывают напором горячей воды с обеих сторон. Выявлять неполадки в катализаторе можно в диагностической выхлопной системе, в сервисе, на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов. Но прибор это дорогой, не у всех есть такое оборудование.
Некоторые умудряются проверить катализатор самостоятельно, и об этом есть много видео на YouTube. Ссылку оставлю ниже под видео. Ну и в конце видео хочу попрощаться. Прошу подписаться на канал и ставьте лайки. Спасибо всем за просмотр.